Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. President Putin has decided on Russia's illegal annexation of the Ukrainian regions of Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, and Kherson. And this annexation follows sham referenda. It's designed as a step to intensify the nuclear threat against the rest of the world. The European Union unequivocally rejects and condemns these illegal annexations, and it will never recognize them, just as it did not recognize the annexation of Crimea in 2014.